Теперь у жителей этих домов из крана течет качественная, то есть чистая питьевая вода. В жилом комплексе «Палитра» микрорайона Фирсова запустили в эксплуатацию новый водозаборный узел. Строительство ЖК началось в 2021 году. На первом этапе построили две артезианские скважины, из которых вода напрямую подавалась для обеспечения нужд строительства. Пока никто не жил, и, собственно говоря, особой необходимости не было вот в очищенной воде. Тем не менее, в планах застройщика это было изначально. И поэтому со временем, может быть, позже, чем хотелось людям, но совершенно однозначно раньше, чем это было у нас в планах. В планах мы планировали запустить этот комплекс в 2025 году, но поскольку потребность очень большая есть, мы напрягли свои силы и вот запускаем уже в октябре 2024 года. Сооружение обеспечивает качественной питьевой водой 600 домовладений жилого комплекса. Был построен водозабор ЖК «Палитра», который состоит у нас из двух скважин, основной и резервной. Станция водоподготовки, резервуар на 250 кубов и станция второго подъема. Производительность водозабора 500 кубических метров в сутки. Здесь у нас находится скважина артезианская, которая качает воду в очистные сооружения. Управление, частотник. Так вода с помощью насосов добывается из скважины глубиной 140 метров, а затем поступает на станцию водоподготовки для очистки. Станция водоподготовки состоит из фильтра грубой очистки, узла учета, блока дисковых фильтров для удаления крупной взвеси. Здесь представлены фильтры обезжелезивания, которые как раз удаляют из исходной воды, уменьшают содержание железа. Дальше вода у нас поступает на фильтры демангонации, где у нас снижается марганец в исходной воде. Далее вода подается в резервуар чистой воды. Кстати, все оборудование отечественное, а эта емкость выполняет важный функционал. Эта станция предназначена для снижения объема промывных вод, которые у нас выбрасываются в канализацию. Соответственно, с помощью этой станции у нас сбросы минимизируются, уменьшаются. Оборудование сокращает сброс в 10 раз, что позволяет снизить эксплуатационные затраты. К слову, стоимость водозаборного узла составила порядка 40 миллионов рублей, а строительство основных сооружений начали год назад. Предстоит еще один момент нам реализовать. Оборудование уже закуплено, и в ноябре мы его смонтируем. То есть здесь будет установлена еще дизель-генераторная установка для обеспечения электропитания водозаборного узла в случае пропадания электроэнергии. Фирсово-Слобода не планирует останавливаться на достигнутом. Компания ведет строительство нового комплекса под названием «Ботаника». Он будет больше, чем этот, в два раза, водозаборных узла тоже будет два. Так, две скважины глубиной 200 метров уже обустроены. И к зиме следующего года новоселы «Ботаники» тоже будут обеспечены качественной питьевой водой.